Мое почтение. Друзья мои, что-то карман не могу застегнуть. Показать, где мы находимся. За Байкалье приехали рыбачить. Рядом с этим озером. Как оно, Байкал? По лодке взяли. Чик. Взяли по лодочке. Решили мы на вечерний клев съездить. Посмотреть, что да как здесь. Сейчас накачиваем лодки на берега. Молодежь катается. Вот там деревня Леха стояла, там даже фундаменты есть. Я потом туда доеду, пошлендую здесь. Ну что, приступим? Сейчас мы накачаем лодочки. Процесс не буду уж показывать. Чего. Все, я начинаю качать. Сейчас накачаем и на воду спустимся. У дяди Леши лодка Вятка называется. Вятич пиво. У меня Magnum Pro. Блин, он быстрее меня накачивает, я пока снимаю. Чик. Сейчас сделаем, все бросим, по рации взяли. И поплывем, нам надо плыть. Вон где газель стоит, там не видно вам. Там щука, а ветер еще сюда так. О, тоска. Надо электронный насос купить. У меня первый баллон почти заготов. Сейчас будем второй делать. Дядя Леша уже все. Машины ездят, к вечеру, наверное, понаедет народу. О, это знаешь, что проехал-то? Блин. Что-то он не остановился, не узнал, наверное, меня. Нет, должен узнать-то. Из-за тебя, наверное, постеснялся. Не, у меня вертушок-то стоит уже. У меня карабинчик с вертушком сразу. У меня, по-моему, стоит уже сразу. Да, у меня этот, не вертушок, у меня карабин стоит с вертушком. Все, мы, господа, собрались. У Леши есть подсак, а я сегодня не купил. В куменах не было подсака. Буду так вытаскивать за жабры. А, нож сейчас еще, Лех, возьму. Убивать-то вдруг килограмм 20 вытащу щуку. Я в голову сразу же между глаз. Их она. Все, выходим на воду. Если что, что-нибудь поснимаю. Ветер на нас, надо туда будет плыть. Леха поплыл. Все, он говорит, туда, наконец, поплывет. Я сейчас за ним. Я хочу загрузить бложек. Вроде связь была, что-то еле ловит тоже. Тоже бандов здесь никаких нету. В Телеграм тут записал их. Все, машину оставляем, выезжаем. На реке связи нету. Ой, так медленно, ладно, в карман брошу. Погнали. Вот это да. Погнали мы спускаться на воду. Как бы тут лодочку не продырявить. Оп. Все, я на воде. Погодите, камеру подниму. Блин, что-то... Как бы дно не продырявить, что-то скребет. Готово. Машкары столько. Вот это да. Вышли на воду. Поехали. Я взял трос, чтобы привязаться к дереву. Когда кидать будем. Ветерок. Идем за дядей Лешей. Ну что, господа. Блин, кого вас не уронить в воду. Кидаю, плаваю. Алексей там на одной стороне, я на другой. Что-то у меня тут борода какая-то, не понял. А, я хотел камеру опустить, ладно. Покидаю сначала, потом. Че вы, не упадете вы или упадете? Коряшки тут есть. Также здесь эти чайки. А посмотрим, может, что есть здесь. Если нет, поплывем к берегу. Это посередине озера.
сориентируемся, где, да что. Сейчас я покажу, где я нахожусь. Да начну кидать. Привязался. Бережок. Дамба. Потом туда выплыву. Так, там две лодки рыбачат. Третья Алексей. А машина вон там стоит. И все в корягах. А лес затоплен. Все, рыбачу. Опустил камеру на дно. Рыбы. Щуки не вижу, но носорога есть. Вон она плавает. Не крупная такая. Щуку не видно. Конечно, рыбы много, я не знаю, что она. Будет ли щука брать. Тут столько этой рыбешки. Поклевок нету. Коля Чемпион звонил, оказывается, здесь сидел. Сейчас они домой поехали. С 12 дней. Две, говорит, упустил, ничего не поймал. У нас штиль полный. Смотрите. Полный штиль. Ветер ушел. Сейчас посмотрим, должна плескаться она начать. Здесь цапли живут, утки, что попало, делают друг за другом. Бегают. В лодку залазят почти. Что-то захотелось есть. Вот это да. Вот здесь помельче. Тины много. Поверху ведешь приманочку. Камерой светил, рыба плавает. Но, блин, попробовать что ли. У меня есть на головле. Интересно, щука возьмет их. Такие у меня есть приманочки. Цуюки. Черно-белые. Ну, подойди-ка я такой поверху как раз по травке-то поведу. Сплесков пока нету. Ничего нету. В общем, такая мертвая рыбалочка, как обычно. У нас ездят с утра люди-то. Два утра. Два ночи, вернее. Уток здесь. Журавль живет, цапли. Так. Готово. Знаю, сейчас посмотрим. Все стихло. Должна плескаться. Алексей там плавает где-то. Тишина, красота. Буду кидать. Может, что-нибудь и возьму. А может, нет. Такая сегодня, говорю, зарисовочка у нас. Вон там что-то булькает. Пойду туда кину. Ой. Одна сошла, ребята. Как начала таскать вот на такую воблерок. Я сначала думал, трава. Потихоньку тащу. Давай ее подсекать. Она у меня под лодку ушла. Блин. До середины все был уверен, что траву тащу. Потом как начала у лодки таскать. У меня такие мысли. Думаю, а как тебя вытаскивать? У меня сачка даже нету. И под лодку туда-сюда, туда-сюда. И ушла. Ага, одна сошла. Это хорошо. Сейчас попробуем вытащить. Блин, не зацепилась, видать, по-хорошему. Ладно, продолжаем. Может, сейчас еще одну удастся вытащить. Этот воблерок хорошо играет. Идет там сантиметров 50 от верха. Не загугуляется. Сидим. Закат уже. Там лебеди, не знаю, не видно будет далеко. Два лебедя.
Одна сошла. Кайф, ребята. Адреналинчик. Руки затряслись от волнения. Сначала я тут тяну, видите, много. Думал, тяну. Спокойно шла-то. К лодке когда заходила. Под лодку. Ну, я слабину, правда, дал. Я думаю, куда? Еще два крючка на воблер. Думаю, никуда не денешься. Сейчас я думаю, как я тебя подвывести. Пушка на подлодку я отошла. Кайф. Блин, жалко, конечно, не вывел. Но все же. И тишина, даже всплесков нету. Там два лебедя. Не видно отсюда. Плавают. Так. Сидим пока еще. Это темно. Ну, скоро поедем уже. Итак, господа. Даже не плещется. Там мелочь-то гоняет, конечно, кто-то. Но жора нет. Но адреналинчик я сегодня хапнул. Мы сюда вернемся. С утра, наверное. Там костерчик жгут. С утра надо. С утра в часа в два сюда приехать. Все, мы складываем манатки. Продолжение следует. Бонжур, друзья мои. Сегодня у нас попытка номер два. Мы в тот раз были вот на той стороне. Сейчас мы заехали за Байкали и опять рыбачим. Коля Чемпион сюда с нами подъехал. Договорились мы с ним. Он уже там сидит. Они с четырех, мы пораньше. Все, мы накачиваем байдарки свои. Встретимся на воде. Болтать особо некогда. Надо ловить щуку. Я сегодня два спиннинга взял. Взял два спиннинга, взял две котлеты в тесте. В тот раз, как в лодке ездил, захотел, чуть не умер с голоду и не утонул. У нас то дождь, то нет. Мы сейчас здесь будем щуку ловить. А то оттуда плыть сюда больно далеко. Смотрите, какие уточки тут плавают, веселые, маленькие. Лебеди живут. Все, я накачусь. Да, поехали. Не, давай возьмем. А я еще вон туда сейчас уплыву. А что ты брось ее себе в ящик опять? Включи, да и все. Возьми, я что, предупрежду хоть? Или ты что-нибудь поймаешь, я хоть тебе приотплыву, поснимаю. Рацы, штука нужная. Ты что, один спиннинг взял опять? Да. Я два возьму. Это... А пофиг. Так, лавочку надо сразу же ставить. Сегодня мне сачок дали. Потому что у меня была сегодня большая рыба. Я в тот раз не смог справиться. Давай, а то взорвется сейчас сегодня. У меня тоже уже сейчас лопнет, походу. На солнце нагреваться, на воде она остывает. О, все уже, мама, у меня почти. Магнум. Про. Все хватит. Как бы не лопнуло. Ну и он нафиг. Так, закручиваем. Все, собираемся. Сейчас на воду пойдем. Леша поплыл. Так, машину закрыли. Все, поехали. Вроде все взял. Ничего не забыл. Побрызгаться взял. Взял. Так, выходим на воду. Ой-ой-ой. Опасненько. Так, нам надо пересесть. Что-то хрустит все. Во. Отдать швартовые. Погодите, господа. Опа. Выходим. Здесь такой выход сделан. Пирс. Так, мне надо. Что-то у меня. А это ноги сырые. Погодите. Здесь что, заблокировано? Заблокировано. Мне надо все убрать, чтобы под ногами ничего не мешалось. Во.
Поехали, я Коля чемпиону. Опыт перенимать. Вода прозрачная, ребята. А здесь, конечно, смотрите. Вот это да. Мы на воде. Вот так легче гребсти, чем назад и вперед гребсти. Где Леша-то у нас? Вон Алексей там. Поехали мы. Красота. Не знаю, у вас камера передает. Давайте я вам разверну, покажу вид. Вид шикарный, сегодня волн нету. Так, дядя Леша у нас вон там. Уже кидает. Вот так труднее гребсти, когда вперед. Хорошо здесь. Так, у меня где-то тут ветки. Надо оплыть. Второй у нас раунд сегодня. Все, я поплыл. Позже покажу все. Сидим рыбачим. Коля уплыл, а мы втроем здесь коряги. Зацепились. Класс. Ветер поднялся. Блин, приехали, штиль был. Я пока на воблерок рыбачу. Сейчас попробую. Есть! Леха! Гвоздик. Готов. Че? Смотрите-ка. Так, мне знаете, что надо взять? Ой, я чуть спинник не утопил. Нет. О, тихо. Мне надо взять щипцы. Тихонько. Так, давай. Где она там у тебя? Операция. Есть. Так, это пока отбросим. Дальше. Это пока уберем. Есть. Че, воды, Леха, набрать ей? Чтоб жила пока. Так, секунду, сейчас я ее живьем сделаю. Не надо закрыть ее сразу бы. Все. Есть. Гвоздик, но пойдет. Хотела выбежать она. Все, пускай сидит тут. Гвоздик на уху. Мягенький. Есть. Так, продолжаем. Что говоришь? Обрыбился, но. Что-то мало экземпляр, даже зачок не понадобился. Все, продолжаем. Сейчас на уху наловим. Вот эта удочка 100 лет у меня. Это 10 на 30 тест. Сережа тогда у меня обосрал ее, а я на нее не рыбачил. Но я же говорю, столько щук на нее вытащил. Еще то ли охотин покойничек. Покупал мне ее, заказывал, говорит, в Кумену где-то купил. И уж лет, наверное, 20 это спиннингу. И катушка чем удобна, смотрите, переключатель сверху, а не снизу. Когда надо, раз, выдрузил и пальцем переключил. Вот этим удобно. А сейчас почему-то все снизу рычажки идут, неудобно. Второй рукой приходится переключать. Ладно, продолжаем кидать. Здесь сейчас покидаем, потом попробуем в другое место уйти.
Но я бы не сказал, что вот, может к вечеру поактивнее будет клевать. Сейчас посмотрим. Пока мелочишка одна. На белый вобре, Леха. Как в тот раз, так же. Я сейчас 7 килограмм буду искать щуку. Все, отключаюсь пока. Смотрите, на вобле руку не поймал. Вот это да. Возьмем. Ой-ой-ой. Опасно, я кидаю эту штуку. Первый раз на вобле ловлю окуня. К щуке его туда. Вот это да. Так, надо пристегнуть весла. Погодите, а то мешаются выводить щуку. Погнали дальше. Вот этот самый клевачий белый воблер. И щука, и окунь. Белый, Леха, рабочий. Поставил опять на него. Работает, но... Окунек, ребята. Тут на больших лодках тоже рыбачат. На всяких. Нифига он. Окунь-то своблер. Как он захватил такой. Где-то уже на выходе. Фух, схватил он. Переплыл я на другое место. Леша вон там сидит. Коля где-то сзади, там солнце, так я не вижу. Не поворачиваюсь в ту сторону. Жду щуку на 7 килограмм. Сейчас мы ее тут выловим. Чуть-чуть стемнает только. Комаров нету, ветерок нормально. Корягу мужчина поймал. Ага, ветку. Я думал, щука у него клюнула. Тишина, пока ничего не клюет. Итак, господа, что-то ничего не клюет. В общем, выявилась какая-то у лодки недостача. Если вы... Мы приехали, в общем, было жарко. Я накачал баллоны, а сейчас похолодало, и лодка стравила баллоны. Мягенько стало. Вот такие дела. Воздух, походу, охладился, и лодка стала мягкой. А приехали, солнце жарило мне. Все, будем выбираться отсюда. Нифига не клюет. Вообще ничего не клюет. Даже Коля чемпион по мормышингу ничего не поймал.
Я думал, лодку сначала продырявил. Что-то баллоны, смотрю, слабенькие стали. А потом дошло до меня. Что ни одной поклевки нету. И она не плещется, главное, щука-то. В тот раз приезжали, тоже ничего не плескалось. То ли у нее жора нету, то ли фиг знает, что ей надо. Ни одного всплеска вообще нету. А на реке сидишь, да там такие всплески. Все, плывем домой. Где тут дом-то у нас? Где-то здесь. Коля чемпион один на воде остался. Мы тут выходим уже. Опять темнеет. Или темнеет. Надо пересаживаться. Бля. В общем, господа, не могу пересесть. Саня у меня лодку спустила. Так жарко было. Я думал, что лопнет. Блин, что на чем я сижу-то? Не на спиннинге. Лавка выпала. Блин, что-то... Что-то у меня тут трещит все. Как это мне выплыть-то отсюда? Что-то трещит все, трещит. Так, надо эти убрать, а то сломаю сейчас. Сейчас выплывем все равно. Это тоже убрать сюда вперед. Надо столько сдуло, что лавка выпадает. Вот так. Вытащи-ка меня, Саня. За веревочку чуть-чуть вперед. А то у меня что-то лодка сдулась. А если сильно накачаешь, она взорвется на солнце. У Сережи говорит, как один раз лопнул, он нашел. Он может, блядь, чуть-чуть. Ага, все, спасибо. Нахерачил, блядь. А я что-то побоялся. Вижу, меня сдуло. Я тоже побоялся тогда. И так же похолодало, и чуть выплыл. По реке вверх по течению, по реке. Тебе нельзя ее так таскать-то, говорят, да? А что будет? Мы же по траве, не по камням. Нет, а этого окуня. Окуня, главное, схватил у меня. Че, щука-то сдохла, думаешь? Конечно. А че она сдохла? Я ж воды налил. Она поди представляться, сейчас убежит. А окунь живой. Зараза. Я пока не буду воду выливать, она стухнет. А? Покажи. Также на этот лоблер. О, нормальную поймал, да, смотри. Сейчас я камеру нормальную достану. Колян едет. Смотрите. Живая еще. Как бы не убежала, блин. В одном месте 4 поклевки было, все, больше нигде. Килограмма 2, наверное. Вот это да. Так, у меня что? У меня гвоздь программы сегодня. Ну ладно, обрыбился хоть. Положи рядом. Думаешь, сдох? Он-то? Ага. Живой еще. Что-то не дышит. Я он окочурился. А что он у меня окочурился-то? А твоя живая? А этот окунь у меня плавает. Ё-моё. Ну-ка, Саня, заворачивай, она сейчас убежит у тебя. Нормально. Ладно,
У меня первый раз, Коля, сошло вчера или когда позавчера. Сегодня я поймал маленькую, завтра на 7 килограмм. Завтра что, опять поешь или что? Ну, завтра, послезавтра. У меня баллоны сдулись, плохо накачал лодку, понял? Почему? Так думал, взорвется. Ох, ладно, сейчас мы будем разбирать. В общем, мы с Саней только обрубились. Но у меня-то, конечно, позорная. Да пойдет для новичка-то, Коля, да? Пойдет. Че ты задом-то заехал, как не русский? Так удобно. Иди посмотри, какую я щуку поймал. Где? Во, еще окуня. Где окунь-то спрятался? Ну какая щука, выбросил бы ее. Зачем? Ты че, на уху? Вот так, рыбу-то ловить, понял? А что, если не поймалась, так что я сделаю? Это что, полторашечка? Полторашечка, может два даже. И окунь нормальный такой, да? Ну, окунь грамм 200. Ё-моё, ничего у меня что-то сегодня опять плохо, все. Так, я сдуваю лодку, некогда снимать. Сейчас еще ехать 300 километров домой с Забайкалье. Да, Коля? Пошла. Вот такая. Так, что, понятно. Между два расстояния. Да, такая, грамм 700, наверное. 700-800. Да. Ну что, давай лодки сдувать будем. Ну все. Как тебе моя лодка? Коля чемпион пришел, дай-ка вот с этой стороны станет, а то у нас не видно. Во, смотри, как сразу же видно стало. Ну, как днем. Как днем, но с огнем. Всем ну что, рассказывай. Что сегодня плохо? Не мормышил. Знаю, не знаю. Коля очень плохо сегодня мормышил. Надо, говорить Богородский. Смотри, как меня укусил кто-то. Вот. Ни хрена себе, давайте покажем, перелом у тебя почувствуй. Перелом кто-то еще укус сделал. Не знаю, кто-то. Ну и Коля. В общем, Саня у нас сегодня всех больше поймал. Саня, да, отличился. Но зато я тоже обрубился, Коля, понял? Да, да. А мужики ругаются, тоже нихера не поймали, уехали. Да? Я разговаривал с ним тут с лодкой. Тут меня как-то ловят. Тут все как ловят. Не знаю, у кого-то, как ловят меня? Нифига там луна. Огромная, большая. Все. За всем спешим, откланяемся, ждите продолжения. В следующий раз поймаем 7 килограмм щуку. Да. Пока-пока.